Ну, там дело надо ответственно сделать. Угу. Если бы не было, это не то, не было. Слушай, а вот, Кирилл, а вот как ты относишься, вот смотри, мы же знаем, что человек должен прославлять силу Бога. Ну, неверующие все должны прославлять, же неверующие тоже должны прославлять, но они как-то прославляют. И смотри, а получается... как они должны прославлять неверующие? Не-не-не, смотри. Ну, они лишены славы, но они потом могут это... Ну, они же, слушай, а что получается, если они в каких-то ситуациях не будут грешить? Это, получается, не освобождает их от ответственности, а они все равно грешники, да? Нет, а то, что получается, они то, что тебя прославляют музыканты, они все равно в ад тебе попадут, да? Если музыканты. Ну смотри, музыканты, они обычно кого себе прославляют? Тебя. Ой, я такой красивый, ой, я умный, о, сколько... Нет, это тщеславие. Поклонников. Ну нет, может быть, а даже если они так не говорят, даже если думают, все равно тщеславие, да? Можно же не говорить, можно думать. И в мыслях тоже тщеславие, да. А получается, они все равно в ад попадают, даже не уверены, да? Ведь музыканты это их не спасет, да? И вот будут верующие, будут спасены. Какая разница, музыкант, там, художник, все равно же человек же. Слушай, а вот смотри, а вот, а как ты думаешь, если они верующие станут, они могут же, вот, например, быть верующими, быть музыкантами? Или уже нет? Почему-то могут. А, ну, то есть это как бы, ну, нормально. Ну, они могут даже отказаться, сказать, зачем мне музыкант, но ну, я лучше Христа буду прославлять, или где-то в церкви, да? Не, ну, это уже лично их нет. Ну, да. А вот Ирина не ведет преподаватель, нет? Нет. Ты знаешь, что это Ирина? Это что? Молодой такой, с бородкой. Ты правоохранитель? Ой, ты чего? Ты чего не знаешь, что у меня в друзьях есть, он же поступил. Ну, Мамедов есть же у вас, да? Заур у нас сейчас не ведет. Почему? Закончил? Да. Ну, а это друг его, они вместе учат, сейчас тебе фотку покажу. Я закрою сейчас. Алексей же сказать, а там уйдет и давай, да. Пошел. А ты точно снимаешь, да? Да. А ты что, зум тоже можно привести для фото только? Не понял. А ты же видишь зум это? Женка, ты сенсор бы так щелкнуть бы и пользоваться, и всей кнопкой нельзя. Слушай, а прикольно было бы, смотри, сделай бы клавиши только лично, чтобы сообщение набирать, а так бы просто на сенсор нажимать и все, и пользуешься.